Всем большой привет! Я коплю 100 бриллиантиков на кактус, который просто сумасшедший, офигительно и невероятно круто сносит зомбаков на уровне воды, в мире воды. И мы с вами встретимся буквально через секунду, но не знаю, сколько пройдет дней, и купим его сейчас, прямо вот сейчас с вами, да. Секунда, длящаяся несколько дней, прошла, и вот у меня уже 105 бриллиантиков, и сейчас мы с вами сейчас купим, да. Осталось понять, как покупать. Так, все. Давайте уже купим это просто. Ура! Мы купили самый шикарный пенный цветок во вселенной. Да. Итак, пока я не играла, я прокачала несколько растений, собственно, тратила деньги, качала, участвовала на арене, все делала. Я молодец, поэтому мы сейчас с вами сильнее раза в три, наверное, пойдем драться и надирать всем их зомбачные жопы. Так. Мир. Как я долго ждала этот кактусик! Ура! Так, 14-й день у нас. Начинается самое мясо, поэтому кактусик просто необходим сейчас. Без него мы с вами, ребятушки, никто вообще. Так, вы держите массивную атаку зомби. Хорошо, ничего пока необычного. Уф. Ага. Данными растениями выдержать надо атаку. Так, получается, вот смотрите, мы прокачали вот эти три штучки, мы прокачали. Третьих шарика боулинга гирских. Да. Так, давайте здесь. Получается, нам дается большое фиолетовое плотоядное зомбоядное растение. Грецкий орешульки. И вот как раз-таки боулинские шары, да? Ну, что делать будем? Как вы думаете? Я не знаю. Наверное, вот так. Вот так. Давайте уже, наверное, настраивать. Я, знаете, что хочу сделать? Я хочу... Так, он по центру, да, ползет. Поэтому давайте это сделаем вот так. Я вообще очень сильно не люблю эти всякие... Так, кувшинки. Как можно было это услышать из предыдущих моих видео, где я просто... Хейтил. Я главный хейтер просто кувшинок. Так, давай. Жри. Молодец. Приятного вам аппетиту. Давайте потратимся, я думаю. Не пожалеем. Так, немножечко вот так. Жуй, переваривай. Молодец. Парам-парам-папам. Солнышко, что-то оно вообще приносило хоть раз солнце, что-то я не замечала. Не заметила ни разу, но будем считать, что принесло все-таки. Кушай, кушай, кушай. Молодец. И да, я верна себе. Я без вас не играю, только делала рубинчики и прокачку растений. Ой, рубинчики, бриллиантики, прокачку растений. Поэтому все у нас с вами по чесноку. И вы видите каждое мое прохождение, каждые мои страдания. Хотя пока нормально. 14-й день, пока нормально. Давайте настроим. Сейчас он что пойдет. Массивная атака. О, я не успела. Я не успела использовать. Блин. А, что делать? Давайте вообще что-то никому, вот ни к селу, ни к городу. Вот это. Ставим. А он и кувшинку одновременно, и цветочек. Офигеть, тебе немного. И кувшинку, и цветочек, это сколько трат? Тю!
Саша, так усни. А, ой. Ладно, хотела использовать газонокосилку. Ну ладно, это даже хорошо. А, да, я забыла самое главное. Вот это я, конечно же, молодец. Посмотрите, 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 что я нашла на барахолке. Он шикарный котенок, правда ли? Шикарный котенок. Теперь спасибо, что посмотрели. Идем дальше. Так. Хотела начать с котенка и забыл. Так, дальше 15 уровень. У нас выключен интернет, поэтому рекламы не будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Бомбочки. Чую я, мы с вами того самого не пройдем этот уровень с первого раза, но у нас есть 15 тысяч золота, поэтому я думаю, мы сейчас с вами будем это все дело активно тратить. А, вот где кактусик, кактусик, ура! Мы сейчас его прокачаем с вами еще. Много-много-много раз, по-моему, можно будет прокачать, нет? Еще один разок. Ну все, только до третьего уровня. Ну, немного, ну ладно. Итак, давайте, знаете, как сделаем? Ну, это, разумеется, мы уберем. Это все водное мы поставим, это мы оставили, это мы молодцы. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну, в целом, вроде нормально. Давайте мы сейчас с вами будем тратить деньги не на молнию за 800, а на прокачку вот этого кактусика как раз-таки. Возможно, идея плохая. Но зато мы с вами увидим наглядно, вспомним, каково это. Год не видела это существо, это растение. Год не видела, поэтому я не против вспомнить, как же оно действует в своей усиленной форме. Так. Поэтому мы с вами сейчас, да. О, да. О, оно еще под водой стреляет. Я не помнила это. Прикольно. Блин, так это вообще замечательное растение. Ребят, я просто купила сейчас себе золотой ларец. Просто потенциал безграничный. Офигенное растение. Просто one love. Так, что делаем? Так, дойдет, дойдет, дойдет! Ой, страшно-то как? Нет, я не хочу, не взрывайся, не взрывайся, пожалуйста, не взрывайся! Пожалуйста, нет! Они сначала сожрут или не пройдут мимо него просто? Наглый, 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 скотина. Нет, 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 все нормально, 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 нормально. Ух, спокойно. Так, пока нормально, пока все нормально. О, магад, магад, это четвертая волна сейчас пойдет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Замрите, замрите, сволочи. Кто там еще идет, продолжает идти. А? Нет, почему я не могу? Так, Сёма, не мурлыкай. Птица пришла на мои возгласы. Отчаяние. Так. Фух. Мы потратили с вами всего 3000. Мы с вами молодцы. Это все благодаря этому великолепному, могущественному кактусику. Бинго! Да, полностью с вами согласна. Фух. Думала, не пройдут. Так. Ага. Смотрите. Угу. Короче, куда-то нас с вами ведет, но я туда не пойду. Так, что сейчас будет?
отсутствие рекламы делает просто чудеса. Так, массивную атаку. Не, ну, все, ну, ничего не поняла, ну ладно. Последнюю сейчас давать будут, ага. Не будем ждать. Мы с вами не терпимы, поэтому терпеть мы это тоже не будем. Самое главное, не допускать до конца ленты, чтобы не ушло растение. Потому что иначе все будет очень плохо, потому что у меня запись с экрана идет, и она не дает выбрать нормально. Пепух, я от тебя ушла, а ты ко мне пришла. Молодец. С попугайчиками никакого лишнего пространства. Ни зомбаков не убить, ни... Да. Ускоряемся. Ну так, ну сожрите, что я скажу тогда уж. Да не меня, сожрите. Ёк-макарёк. Без кактусика я чувствую себя голой. Мы вроде с ним недавно вместе, но я уже привыкла. Там я борзел часом, нет. Он ничего не сделает. Я сейчас водоросли... А, я не туда водоросли поставила. Я... Папа, нет! А чё у меня нету этих? Газонокосилки-то где? Что, всё? Дефицит, кризис в стране. Ёлки-палки, а? Жри. Чё-то какую-то я дичь делаю, на самом деле. Ты сосёшь его в себя, или он тебя просто жрёт? Молодец. Фух. Ну, как минимум, молнию, если я воспользуюсь, я точно выиграю. Опасно. Отличненько. Теперь я хочу кактус. Дайте мне кактус. Я копила на него неделю. Ждала, пока арена закончится. Так. Угу. 17 уровень. До финиша нам осталось нам, ну, далеко еще. Так, 17 уровень. Значит, мы с вами продолжаем. Это мы с вами уже 3 дня прошли, да? 17 уровень. Или там какой-то был не за счет, а просто. Ну, где-то 3 игры, наверное, да. Так, все, это наши стандартные, с вами любимые. Сердцем согреваемые. Сердцу прижимаемые. Все нормально. Нет, пока я ставлю только солнышко, я ничего не буду делать. Солнышко бы необходимо это прокачать, потому что я что тогда это солнышко не прокачивала, что сейчас не прокачивала. Если честно, я просто не знаю, откуда его брать. Какой-то там мир, уровень и прочее, но... Не знаю. Я как-то, по-моему, пыталась раз за три, но оно не падало с этого мира. К сожалению. Ладно. Копится. Ну серьезно, кактус, он, во-первых, по-моему, во все, да, бьет? По все, то есть не в своей, только не в своей полосе, а по всем полосам. Вот, немножечко я замялась. По-моему, он бьет повсеместно, поэтому он очень хорошенький. Кактусик этот. Да.
И им что? И можно драться только им. Пожалуйста, не жри, сапсе. Да, он бьет вообще на любую точку, вообще классный. Это как молния, только не молния, а гораздо круче молнии. Вообще зачетная, просто вообще класс. Я прям кайфую, я прям так рада, что я купила его. Копить, да? Копим, значит. По-моему, сегодня музыка вообще не виснет. Что-то, видать, надо было телефон обновить. Ну ладно, не будем убирать это. Шары боулингские. Просто подождем. Шары. Так, немножечко остановим. Так, мы же с вами выполняем все условия, правильно? Как-то слишком легко идем. Я не верю своему счастью. Давайте тогда уже будем наставлять и того, и того. А вот усилители оставим мы на следующую волну, потому что, судя по всему, она будет жопная, раз так долго никого сильного не было. Все, ускоряемся и наслаждаемся увиденным. Все, серьезно? Ну вы чё? Я готовилась к массивной атаке. Вы просто выпустили... нас познакомили с этими чуваками, которые будут мой кактусик в следующий раз деактивировать, чтобы мы не думали, что все легко, и наставляли очень много их. Все понятно. Я уже забыла. Что на свете забыла? Столько не играть. Да. Солнышко, солнышко, солнышко. Жопа-раздиратель пошел, я поняла. Они говорят, ты не победишь, а он говорит, я не победил, я согласен с вами. Опять конвейерная лента, ёлы-палы. Я сразу наставляю, короче, я, возможно, неправильный человек, но наставляю как есть. Не надо было, да, ставить, судя по всему, он был на другой... А, чё, в смысле? Типа так? А если так? У-у-у, поднялась! Всё как в первый раз! Что сделает? Кусанёт его за жопу? Кусани, ну кусани, ну пожалуйста, ну кусани! Кусани! Ну кусани, кусанул, молодец! Прям довольна его работой. А он все за собой сгребает или нет? Так, получается, под водой они только делают кусь, а на воде они стреляют. Окей. Ускоряемся, потому что делать это особо нечего, как по мне. Он... Убил одновременно целых двух. Вы чё? Мне нужен кактус, я протестую. Блин, да вы что-то вообще звери какие-то. Блин, сожрал. А, ну то есть он не дает, а сожирает. Угу. Пипял, просто пипял. Кто? Вот он. Чё, мы не выдержим, да? Да иди ты нафиг, а, боже! Еще что ли есть? Почему нам не дают? Почему они не уходят? Их надо уничтожить, что ли?
Я думала, убьешь этого чела, и они сами рассосутся. Я была не права. Так у нас тут обезоружено, как бы. Ну, давай, да я не то отправила, я только делала нижнюю. Что делать-то с этим? Жесть, просто жесть. Но еще и не старится. Сожри его. Иди, иди, иди отсюда. Блин, капец какой-то. Не, ну если центральную защищать, то в целом вроде я выиграла. А она действует как газонокосилка. Прикольно. Если кто-то да, проходит через крокодильчика, то он автоматически весь ряд уничтожает. Неплохо. Хотелось бы, конечно, несколько иного. Ну ладно. Да. Это русалка переросток против крокодила, ну вообще. Тебе не стыдно на маленьких, а? Так, у нас тут центральный бадабум. Ага. Ну, конечно, мы с вами потратились. Но зато мы с вами продуктивненько прошли. И, наверное, в следующий раз уже буду играть тогда, когда накоплю 1020 монеток. Это, конечно, не особо долго, но я еще трачу на прокачку, поэтому все-таки долго. Давайте еще с вами один левельчок пройдем. Насколько он сложный будет и попа разжигательный, я не знаю. Я уже не помню. Так, данными растениями. Они просто... А, нет. Ну да. Они просто прочухали, что я кактус купила, и решили мне портить жизнь. Все, я поняла. Так, где мой кактус? Хочу кактус. Я понимаю, что здесь есть вот это, которое дает солнышки, но оно не особо работает, поэтому... Или нам денег дают? Нет, денег изначально никто не дает. Значит, мы сейчас потратим 9000 на радужной бомжоской ноте. Уйдем. Так, ну нет, ну нет. Ну, пожалуйста, ну нет. Все, хорошо. Значит, просто считаем грибочек за занятую ячейку. За бесполезно занятую ячейку. Пускай копится. Он же... Да, мне автоматически хорошо. Ну, дать кукурузку, это, конечно... Я понимаю, что пляж, кукуруза, чурчхелло, все дела. О, да. Хотя у нас с вами есть кактус, который просто порешает абсолютно все. Давайте, наверное, дальше мы грибы наставим, потому что у нас есть достаточно два сильных цветка, которые, если что, в случае необходимости можно будет увеличить и взять с них все их деньги. Поэтому давайте мы будем покупать кактусы, потому что без кактусов в этом мире просто не выжить нормально, адекватно. Ну, вообще, раньше, когда я проходила, получается, вот этот мир, я переигрывала, наверное, раз 500 один уровень. Но здесь достаточно неплохо. Я, во-первых, прокачалась, во-вторых, я знаю, кем играть нужно. И просто бомбяу, все бомбяу. Ну, давайте, наверное, для усилителя вкуса. А, он ничего не стоил. Давайте победим этот уровень одними кактусиками. Посмотрим. Ну, это реально, да. Что тут дальше говорить? Никакой интриги нету. Да ты иди, пожалуйста. Как я кайфую из этих кактусов, ребят, вы себе не представляете.
Я просто готова играть в этот мир только из-за этих кактусов. Как прекрасно, когда все делают за тебя. Не песня ли, а? Душа поет. Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем. Ура, они даже не съели ни одного, ребята, вы понимаете, что такое? Мы с вами нашли золотую жилу. И на этой просто великолепной, замечательной, потрясающей концовочке, да, ноте, мы с вами сделаем потрясающую концовочку. В общем, всем спасибо, кто меня смотрел, всем спасибо, кто оценил моего котишку, всем спасибо и всем пока-пока.